нужны для учебы крутые девайсы. В Титан приходи, покупай, наслаждайся. Выбор отличный, цена по карману. Труд облегчит под силу Титану. Компания Титан. Два человека получили тяжелые травмы в результате ДТП в Юрьянском районе. Там столкнулись 4 грузовика. Подробности этого и других дорожных происшествий в рубрике «Обзор аварий». Авария произошла 26 декабря в 17:35 на 454-м километре трассы Вятка. По словам очевидцев, шофер КамАЗа ремонтировал машину у обочины. Водитель МАНа заметил препятствие и начал тормозить. А вот водитель МАНа ТГС с прицепом не успел остановить машину, и его вынесло на встречную полосу. Там в это время ехали грузовые «Вольво» и «Хёндэ». От удара у корейского авто разбило кабину, водитель и пассажир пострадали, их госпитализировали. КамАЗ, из-за которого всем пришлось тормозить, при ДТП повреждений не получил. В среду ночью в Кирове напротив дома 30 по улице Калинина столкнулись два легковых автомобиля. По предварительным данным полиции, 27-летний водитель Рено Симбал поворачивал налево и врезался во встречную Ладу Калина. От удара пострадали водитель и пассажиры отечественной легковушки. Медики оказали им помощь. 26 декабря в 17:35 по адресу улицы Крупской, 5, произошло ДТП с участием пешехода. По предварительным данным ГИБДД, 28-летний водитель Kia сбил 25-летнего молодого человека. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте. К счастью, подстанция скорой помощи находилась в шаговой доступности, медики помогли мужчине. Два ДТП с разницей в 25 минут произошли 27 декабря на дороге Киров-Ленгасово. По словам очевидцев, сначала в 7:55 утра занесло на трассе Мазду, и машина задела встречную Тойоту. Далее у обеих иномарок отлетело по колесу, одно из них от Мазды прикатилось прямо в Ладу 15 модели. Пострадавших нет. Другое ДТП произошло на том же месте в 8 часов 10 минут утра. Девушка на еще одной 15-й затормозила и в нее врезалась автоледи на девятке. Эту аварию также зарегистрировали как происшествие без пострадавших. Михаил Вагин, Сергей Пичугин. Место происшествия.